Ребята, всем здорово, Саныч на связи по обыкновению, да, хочу немножко перед вами отчитаться. За вчерашний день мы собрали на камеру 10 500 рублей, откликнулось около 30 человек, просто великолепно, великолепный отклик был, я, если честно, даже не ожидал. Большое всем вам, ребята, спасибо. Вчера на стриме установили лимит сбора 15 тысяч, собрали 10 500, сегодня будем добирать, надеюсь, доберем, как только все это наберется эта цель, сбор закроем, и я приступлю к поиску и, соответственно, покупке камеры. Потом вам по всем этим пунктам отчитаюсь. Вот. Сегодня будет опять стрим, опять будем собирать, добивать цель, так сказать. Вот. Почему назвал так видео по поводу РСП? Просто много вчера на стриме говорили, много писали в комментариях видео, которые делал для сбора, вот, типа, Саныч, это все РСП, это все происки РСП, они через космос проникли в твой компьютер и сломали тебе камеру. Я не знаю, это правда или неправда, но тем не менее, у РСП ни хрена не получилось, собственно, как я и видео назвал, да, если они хотели сделать какую-то каверзу нашему каналу, но ни хрена не получилось, потому что мы быстренько всем миром, как бы, почти уже добили цель, да, и мне тоже также в комментариях написали, что за 15 тысяч, в принципе, можно купить и не только веб-камеру, а что-то поинтереснее, как бы, чтобы там и качество было получше, там, может быть, какую-то экшн-камеру бы, короче. Ну, в общем, неважно, как бы, это уже вопрос другой. В общем, ребята, продолжаем сбор. Все реквизиты в описании, в закрепленном комментарии. Также вас жду сегодня на стрим. Будем стримить опять вечером в 18:30 по МСК. Приходите, загадывайте свои какие-нибудь каверзные вопросы, задавайте. Вот, в общем, всех жду. Всем хорошего дня и всем пока.